Посмотрите, какой у меня сегодня вкусный завтрак. Запеканочка и сметана 15%. Красивый узорчик. Очень вкусно, а тут в запеканке изюм и курага. Да, это сытно, но здесь кусочек 110 грамм. Поэтому ничего страшного в этом не будет. И чашечка черно-зеленого чая. Вот такой вот легкий завтрак. Девять сорок, мой перекус. Вот такие вот вкусненькие яички с печенью, трески, рекомендую. Это вкусно и полезно. Вот тут получается два яичка, это 99 грамм, если кто-то любит точно. И 20 грамм печени трески мы доедаем. Так я обычно ложу 30-35, не меньше. Сегодня 20. Ну и украшение от Зелентреста. Чисто накосил травы, положил вокруг. Но главное польза, а не красота. Всем приятного аппетита и хорошего настроения. Сегодня пришел в обед, никого нет. А меня уже на шашлык пригласили на вечер. Думаю, не буду греть борщ по-быстрому. Вот прямо вот я говорю, за 3 минуты я заверну вот эту шаурму с сосиской, морковкой, огурчик соленый и сыр. И пока собирался, за 5 минут на сковородке с одной стороны поджарил, с другой сыр растаял. Немножко там кетчупа внутри. Все, ничего лишнего, как говорится. Сейчас перекушу. Одна штучка вот пополам разрезана. И все, и побежал. Приятного всем аппетита. Вечером попытаюсь снять шашлык. Всем привет, с вами Миха, мы на канале Жиров Капет. Если у вас есть свободное время и хочется что-нибудь вкусненькое поужинать, предлагаю вам окорочка жареного. Это сочно, это вкусно. Вот сейчас у меня к вам вопрос, интересно, уже хватит или еще чуть-чуть подержать? Посмотрите, вот они шкварчат, жирные, поджаренные. Некоторые диетологи сейчас потеряют сознание, но потеряют они сознание, когда увидят, что буду я все это запивать кока-колой и коньяком. Как это вкусно. Именно поэтому я похудел, потому что я не боюсь этих диетологов. И то, что они несут, это по сути чушь полнейшая, понимаете? Они сами не разбираются, многие, в том, какие процессы они там языком своим выговаривают, а в жизни все наоборот. Если ваше тело отдохнуло, получило удовольствие, поверьте мне, это не зажор, а это такое есть американское понятие читмил. Зачем они такое говорят читмил? Я еле выучил это слово. На самом деле это просто разгрузка и отдых для нервов и организма. Потом вы худеете еще быстрее, еще качественнее и лучше, потому что организм получил удовольствие, а это, наверное, одно из самых важных чувств в нашем теле. Все, поэтому худейте вместе со мной, кушайте правильно, вкусно. Это сегодня неправильно, но это вкусно. А вот такой вот вкусный у меня перекус сегодня. Чашка натурального йогурта 300 грамм моего. И яблочки, 2 штучки, маленькие, видите? Маленькие, потому что у меня опять сегодня черносливки остались. Конфеты с черносливом вкусные. Вот такой вот тройной перекус 21.00. И не надо этого бояться. Ну, во всяком случае, я этого не боюсь, и поэтому я похудел на 42 килограмма. А вы, если боитесь, то, ну, это ваши личные проблемы. Не, ну если у вас проблемы с углеводами там или с сахарным диабетом, это еще можно понять. Если у вас этого нету, проблем с желудком и так далее, то, пожалуйста, кушайте, получайте удовольствие от этих вкусностей, чтобы потом ночью гадости не покушать. Приятного всем аппетита и спокойной ночи. Ищите нас на ютубе под хэштегом Жиру Капец.
Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе. Мы сможем это сделать.